Форум пива в Сочи – единственное специализированное мероприятие, проходящее в нашей стране. Уже в 26-й раз выставочный центр гранд-отеля «Жемчужина» становится местом встречи ведущих предприятий пивоваренной отрасли. Свою продукцию на этот раз представили больше 200 компаний из 40 стран. Это и пивоваренные заводы, которые привозят сюда на международный конкурс свои новейшие образцы, а также для дегустации и для презентации. Новинки пива, то, что еще никто никогда не видел и не пробовал. Также безалкогольные напитки. Здесь присутствуют производители оборудования, производители сырья, тары, упаковки, этикетки. То есть полный цикл пивоваренной отрасли здесь, сегодня, в городе Сочи. Фестиваль и форум пива – это не только торговые ряды, дегустации, но и насыщенная деловая программа. Ведущие научные институты и эксперты расскажут об инновационных технологиях и дадут профессиональные рекомендации. Лидирующие компании поделятся опытом в области производства и маркетинга, а ключевые профильные союзы и представители бизнеса обсудят актуальные вопросы регулирования отрасли. Работа выставки должна стать для нас той отправной точкой, с которой мы можем дальше двигаться в изменении законодательства. Мы полагаем, что к концу года нам необходимо подготовить отдельную часть федерального закона, и в этом направлении двигаться. А всем участникам выставки я желаю плодотворной работы, хорошей деловой программы. Что же касается посетителей, то у них есть отличная возможность попробовать и оценить эксклюзивные купажи и приобрести напитки по своему вкусу, а также принять участие в развлекательной программе с розыгрышем приятных подарков от предприятий. Форум и фестиваль пива в Сочи продлится до 19 мая. Время работы выставки с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.